Всем привет, ребята! В честь того, что первая серия, которая вышла сегодня, набрала 200 лайков, а как было сказано раньше, если серия, которая выходит утром, набирает 200 лайков, то еще одна новая серия выйдет в один тот же день, только вечером. И вот, ребята, держите, еще одна новая серия. Но также не забываем поставить лайк и прокомментировать, за что вам отдельная благодарность. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребят, сейчас мы пойдем прокачать нашу команду, тут еще осталось практически 6 и 7 уровней, то есть, мне так кажется, нужно сейчас дождаться ночи и идти дальше прокачивать наше улучшенное сало. Да, он же был там салом, стал Валрейном, ух ты, лучше бы ты остался салом, салом, сало лучше. Так. Не ты сало, а вот, розовенький Гипно, еще тебя осталось прокачать. Пока день где-то, ну, практически уже ночь, поэтому давайте, ребята, может, мы еще улучшенному салу прокачаем, ну, два уровня, если попытаемся. Так, ща. Так, ну, нужно попытаться. Вдруг он что-то тут потащит. Ну, этим так, а этим... О! Более-менее. Давайте... Да, да, его даже тут офигенно прокачать будет. Так, сейчас. Тогда, ребята, ну, два уровня давайте. Когда наступит ночь, сразу топаем на Бишарпа. Так. Вот так. Уже в этой серии, ребята, может, мы уже и прокачаем нашу команду... Точнее, вот эту команду, да, и возьмемся за другую. Не, в принципе, он офигенно даже тут качается. С двух ударов. Так. Ну, сейчас с трех. Отлично. Так, давай дальше. 49 уровень. Ну, тут больше, конечно, потому что этот большой уровень. Так. Зато он уже 46-й. То есть, ребят, мы уже ему два уровня прокачали. Так, ну тогда давайте еще. Еще парочку. Ну вот этого долго мы, конечно, будем бить, я так понял. Да? Да, ну давайте тогда Уимсикот. Да, вот так. Так, наверное, лучше будет, если мы будем сначала в бой одного кидать, потом сразу другого. Потому что так быстрее мы еще прокачаем. Еще опять тут спаун вот этих киогров начнется. О, как раз давайте сейчас закат. Может, может. А может, она действительно тупо на закате спавнится, а не ночью. И вот эта Райкваза, которая никак не хочет заспавниться. Вдруг она действительно только на закате. Ну, хотя, если бы на закате, это уже бы заспавнилось. Ну, сейчас, ребята, давайте, пока уже полностью ночь наступит, постоим вот тут. Так, это у нас кто? Хаттерпи. Вот что ты опять тут начинаешь лагать возле этого леса. Так. Ты что, издеваешься? Во. Не, она, ребята, и ни днем не спавнится, и ночью не спавнится, и на закате не спавнится, и на рассвете не спавнится. Я вообще не знаю, когда эта Райкваза спавнится, и тут ли она вообще спавнится. Ух, фиг его знает, ребят, честно. Что-то мне кажется, что она вообще ни хрена тут не спавнится. Ну, ладно, давайте, ребята, быстренько сюда. Так, во, отлично. Бишарп. Во, ух, сколько их тут прям заспавнилось сразу же. Так. Тогда, ребята, сразу на Голар. Так, вот. Отлично. Ну чё, сало? Ты чё-то вообще нифига не бьёшь? Ладно, давайте Камераптом. Да какой Гипно? Почему ты поменялся на Гипно, я вообще не представляю. Ещё... Да, ну по... Твою ж! Сала, иди сюда. Ну, ну словись ты... Вот, точнее, попади. Так. Ну... Во, нормально, 4000 опыта. Так, давайте, ребята, дальше. До утра мы должны прокачать улучшенное сало. И парочку уровней
И, ну, гипно это, если мы прям очень постараемся. Во. Дальше. Быстро. Валрейн уже, точнее, Сала 47-й. Так. Сюда. Ну, давай. Давай. Во. Так. Так, три удара. Отлично. Дальше, дальше, дальше. Попадем. Не попали. А, он там опять дерется там с кем-то. А, точно, ребята, мы же в предыдущей серии Шайни Манчлокса словили. Точно, и Шайни Павниарда. Вообще офигенно. Сразу двух таких Шайни. Нормальных, в принципе. Так, отлично. Дальше. Давай, давай. Тебе еще полтора уровня, если прям точным быть. Так, во. За этого уже нам уровень должно дать. Ну, давайте тогда камерап там. Потому что тот сейчас умрет там. Во. Вот это. Так, давайте быстренько дальше. Нужно как можно быстрее попытаться прокачать. А гипно, ребят, я даже не знаю, стоит ли его прокачивать. Че, издеваешься? В том смысле, что смотрите, нам сейчас не хватает 7 уровней для гипно. Если все покемоны в команде 50 уровня, то нам нужно ровно 60 ракенди, чтобы с 50 их прокачать к 60 и тем самым прокачать команду нашу, да? Поэтому, смотрите, ребята, на один уровень у нас уже больше камерап, чем должно быть, то есть уже 51, то есть этот уровень можно изъять, то есть взять у камерапта и добавить гипно, да? То есть, какой там гипно, сейчас посмотрим. А то я чё-то как-то 40. Ну пропадает уже вот это. 44. То есть 6 уровней. Берем один уровень у камерапта, уже 45. Берем. Твою ж. Берем 5 уровней в электрода, уже 50. Поэтому уже, ребята, нормально. Мне так кажется. И все, Валрейн уже тоже у нас, ребята, 50. Ну давайте тогда еще ему уровни так 2 прокачаем, чтобы еще 2 ракенди сэкономить. Потому что уже меньше стака, ребята, нам нужно. Уже меньше стака. Уже 56 нам нужно, 55 нам нужно, 54 ракенди нам нужно, чтобы прокачать нашу команду, если я правильно посчитал. Так. Сейчас еще может кому-то уровень повысим. Вот сейчас как раз улучшенному Салу мы еще уровень повысим. Во. Еще меньше нам нужно ракенди, уже меньше стака, то есть уже меньше 60 штук. Так. И еще раз. И еще раз. Отлично. Фу, ну давайте, ребята, еще. О, это кто? Гол. А. Ну. Он, ребята, у нас уже есть. У нас там вроде Шайни Зубат есть. Давай, камера. Ух, нифига себе, сколько их так прям на глазах заспанилось на карте. Так, ну давайте, ребята, еще давайте пятерых убьем. Ровно 5 бишарпов. Во. Ровно 5. Один. О. Один. Эти двое. Ух, нифига себе. Трое, точнее, даже. Да, так, один, был один, да? И уже Валдрейн у нас 52. Два. Так. Три. Ну, давай, 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 давай. Ой, три. Давай. Быстренько, еще двое. Четыре. Че, ну тут выпадает вот этого. 4 и, да, в принципе, все. Давайте уже, ребята, уже пофиг. О, как раз тут у нас телепорт. Даже на глазах вот так они спавнятся, но все же. Давайте, ребята, уже домой. Мы уже прокачали эту команду, уже можно топать. Так, домой. Ща, давайте сначала поспим. И новая команда. Это, если я не ошибаюсь, это 11-я команда по счету. Да.
То есть у нас уже два ящика заполнены, это третий уже пошел. Нифига себе. Так. Ай, это вот так. Во. Ну что, ребята, выкладываем нашу 11-ю команду по счету. Тут уже и заполнено. Вот. Сюда, 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 сюда и сюда. Все, ребята, 11-я команда прокачанная. Фу, сейчас 12-я. А у нас уже вроде даже вот этих огненных покемонов нету. Нумил был последним. Ну, за исключением Иви, то есть Флариона. А, давайте, знаете что, ребята? Я еще сейчас удалю Шайни Бишарпа и обычного Манчлакса. Потому что у нас уже есть Шайни Павниард и Шайни Манчлакс. Так. Где они? Нужно сейчас найти. Вот, Шайни Бишарп удаляем. И Манчлакс удаляем. Как раз так были в одной этой. Так. И вот сюда. Отлично. Так, еще. Во. Ну что, ребята, кого берем дальше? Кого берем? Ну, давайте тогда одну Иви. То есть Флареон. Потом кто у нас идет? Потом у нас идут электрические. Кто у нас еще есть с электрических? Вот это, если честно, я и не знаю. Желтик, да? Это, да, желтик. Ну, да, в принципе, электрический. Сейчас мы его посмотрим. Нифига себе. Так, дальше. Дальше у нас идет травяной и водный. Травяной. Фу-фу-фу-фу-фу. Давайте, ребята, сейчас посмотрим. Травяной и водный. Кого бы взять травяного, фиг его знает. Это кто у нас? Это Слозис. Сейчас, ребята, подумаем. Посмотрим, точнее, кого бы взять. Кто тут есть еще? О, может, Сандила взять? Как дополнительного, точнее. Сейчас, давайте сначала тогда травяного. Кто тут у нас есть еще? Мы, в принципе, Иви можем взять, но пихать две Иви в одну команду как-то не очень хочется. Так. Давайте, ребята, посмотрим. Просто фигеть. У нас уже практически нету тех покемонов, которые нам нужны. Как я понял. Сейчас. Это жуки. Так. Нет. Третий ящик, точнее. Янма. Жук. Ща посмотрим. Вот этот компьютер так гудит или что это? Лечилка. Мью. Так. О, водного может сразу Старли взять. Как думаете? Жук. Че, у нас уже нафиг травяных нет? Вы что, издеваетесь, что ли? Ща, ребята, нужно это все посмотреть, потому что если нет травяных, это не очень. Или я что-то упустил, и у нас уже действительно нету травяных. Так, сейчас, ребята, это еще раз нужно все пересмотреть внимательно. Стантлер нормальный. Точнее, ну, тип нормальный. А это вот этот. Это кто? Ну, понятно, что не травяной. Так, тоже нормальный. Потом тут, в четвертом, я тоже никого не вижу. Сейчас еще раз посмотрю. О, Танжела. Анжелка. Точно! О, Шани. Гулди, но он у нас уже есть. Вроде. Точно, я еще забыл, что мы Анжела. Что у нас Анжела есть? То есть у нас есть пылесос, Анжела, Сала. Рулет. И там еще кто-то, но я уже... А, Анжела, ну, еще там кто-то, но я уже забыл. Так, берем Анжелку. Вот, сейчас водного. Я тут что-то поменял. А кого я тут... А, Самурота я тут что-то... Зачем я его... Ну, ладно. Так. И сюда, вот сюда. Потом. Водный. Водный, 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 водный. О, знаете, кого возьмем, ребята? Ща.
Только его нужно найти, потому что я не помню. Вот. Water Ice. Отлично. Лапрас. Потом, летающий. Кто у нас еще может быть летающим? А вот этот, как его там? Ща, ребята. Где? А, у нас еще точно, у нас еще Чинчо электрический есть. Летающий. Ща, ребята, нужно посмотреть, где он. Да где вот этот летающий? Ща, нужно проверить каждую ячеечку. Посмотреть, где он. Потому что так сразу фиг заметишь. Вообще фиг заметишь, нужно искать. Вот. Вроде Дрифлон летающий. То, точнее, следующая эволюция. Гост. В принципе, если ему еще Shadow Ball изучить, если можно, то он тоже тащить будет, мне так кажется, на острове. И дополнительного кого бы брать взять? Кого бы выбрать, ребята? Дополнительный. Стантлер. Джиодуд. Кого бы, нормального кого бы это взять? Давайте Джиодуду возьмем, Шайни. Отлично. Так. Так, сначала. Это все мы ставим сюда. Теперь это. Знаете, что я затупил, ребята? Твою ж. А я такой уже выложил всю команду, я забыл, что там еще парочку уровней нам нужно. Офигеть, вот я забыл. Я такой просто сейчас только заметил, нифига себе, у нас еще полтора стака Раркенди, чё-то я забыл немного. А я забыл команду докачать, офигеть. Так, ладно. 56, 57, 58, 59, 60, так, электрод. А я забыл, офигеть. Так, а я уже такой, знаете, все. Мы уже ее прокачали, я выложил. Еще смотрю, такой полтора стака Раркенди, нифига себе. 58, 59, 60. Улучшенная сала. 58, 59, 60. Гларк. Так, 54, 56, 7, 8, 9, 10. 10. Да, 10. Так. И кто там? Гипно. Ты какой? Ах, ты 44-й. На тебя как раз много еще потратить нужно. 50-й, 52-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 60-й. Отлично, еще 40... Ух, нифига себе, еще 48 Раркенди осталось. Так, ребята, вот. Камерапт, электрод, Вимсикот. Капуста, то есть, да, точно, Вимсикот у нас капуста, я что-то забыл. Потом улучшенное сало. Так, залезай-ка ты обратно. Гулар. И Гипно, розовенький. Так, все, вот сейчас уже точно прокачали. А то я офигеть такой, выложил, все, ну, мы уже прокачали команду, уже можно вторую идти брать. Так, ну что, вот, идем тогда берем, ребята, и давайте сразу... Идем себе темки покупаем. Так. Сюда. Сейчас. Сюда. 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 И сюда. Отлично. Шайни Джиодуд. Так. Выложили. Energy Ball себе сразу оставляем. Это выкладываем. Да. Да. А что тут у нас еще есть? Сейчас, ребята, я посмотрю. Нам нужно Shadow Ball. О, это есть. То есть это уже покупать не нужно. Earthquake тоже есть. Это тоже не нужно покупать. Сейчас, ребята. Нам Thunderbolt еще нужен. Так, что нам нужно? Нам нужно Thunderbolt. Нам нужен Surf. Есть у нас... О, еще есть один. Отлично. Тут есть темки, которые мы нафиг не... Ну, которые мы вообще не используем. Так. Маскнот. Чё ещё нам нужно? Тандерболт нам нужен. Черч Бим. Тандер. Вряд ли тут будет Тандерболт. Что мне так кажется. Поэтому, ребята... Ща. Тандерболт и Шадоу Бол. Шадоу Клау.
О, 3 Shadow Ball, нифига себе. Отлично. Так, тогда... Нифига себе. Столько у нас таймок там было. Нам тогда остался еще Thunderbolt нужно купить. И все. Сейчас мы быстренько его купим. Сурф... Да, сурф у нас есть. Фу, все. Thunderbolt, ребят, остался. И новая команда у нас готова для прокачки. Иви. Ну, о, точно, нам же еще нужно с сундука взять камень эволюции. Так, чтобы потом сразу же Иви прокачать. А можно, в принципе, и сразу же прокачать. Thunderbolt. Отлично. О, так. Тут яблочки для... Ну, в принципе, это мы потом сделаем еще там ракеди. Ну, это уже чуть-чуть позже. Так. Ну что, ребята, про... точнее, хотя нет. Давайте еще сначала пойдем возьмем. Пойдемте возьмем те. Вот этот огненный камень. Давайте Ивью прокачаем, ребята, на 20-25 уровне. Чтобы не сразу. Вот. Так. Тогда желтика. Мы уже ему можем изучить. Thunderbolt, да? Так. Анжелка. Ты куда? Вот. Лапрос уже 46-й, то есть ему, в принципе, и прокачивать нифига не нужно. Тебе мы можем это... Можем. Отлично. И Джиодуду мы вряд ли сможем. А, не, уже можем. Я думал, что когда он гравелером будет... Так. Старли. Ну, ты летаешь. Вряд ли мы тебя словим. Если ты где-то сейчас в полете. А, не, вот ты. А я не знаю, сможем ли мы тебя убить. Иви! Ща. Ща. Ух, нифига себе ты стуканула. Я просто забыл экспешер одеть. Вряд ли мы ее сможем вообще убить. То есть нужно хотя бы было Лапроса вылечить. Избежать мы сейчас фиг сможем. Ну, убивай. Вот. Быстро. Давай. Да ты издеваешься. Так. И вот так. Лапрос. Попробуй убить. А, ну, в принципе, что ему убивать, да? Так. А, нифига себе, толком уровень. Ну, в принципе, опыта так много не дало, ну. Ладно, ребята. Новую команду мы себе взяли. Давайте на этом уже закончим эту серию. Я так думаю, серия не очень большая была, но все же новую команду мы взяли. Уже можно приступать к прокачке. Ставьте, ребята, лайки, если вам нравится новая команда, такая более-менее. Все, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.